Вот просто пинаем мяч, и вам за это платят. Вот я его пинаю, и смотрите, вот на Киви кошелек. Опаньки! Вот, я же сказал, только что деньги пришли, обновляем, супер. Но говорят, если его пнуть посильнее, то и заплатят намного больше. Сейчас я со всей силы как пну его. Привет! Совсем недавно запустилось новое приложение Amazing Wall. Заработок в этом приложении полностью зависит от вас. Тут можно заработать 50, 100 или даже 300 рублей за несколько часов. И сейчас мы с вами это все полностью проверим. Начинаем. Итак, суть заработка тут в том, что вы играете в простую игру и за это получаете вот такие вот очки. Затем эти очки мы обмениваем на реальные деньги и выводим. Жмем играть. И смотрите, суть игры в том, что сейчас этот черный кружок будет лететь вниз. А ваша задача, кликая по экрану, его подкидывать вверх. Но сложность в том, что он будет прыгать в разные стороны, то влево, то вправо, и ударяться вот об эти вот стены. А на этих стенах появляются вот такие вот шипы, которые ни в коем случае нельзя трогать. В общем, давайте я вам сейчас все покажу. Кликаем и вот так вот подкидываем мяч, чтобы он не попал на шипы. Вот так вот. Раз, два, три, опаньки, опаньки, видите, как у меня... филигранно получается. Вот, все, я проиграл. Жмем в меню, и появляется очень короткая реклама, которую не надо смотреть до конца. Вы просто ее закрываете, и все. Поэтому она вообще не тратит вашего времени. Вот, собственно, и все. Сколько раз по мячу вы кликнули за этот раунд, столько очков вы и заработали. Вот, я кликнул 9 раз по мячу, ну и, соответственно, заработал 9 очков. То есть тут реально заработок зависит от вас. Хорошо поиграли, хорошо заработали. И так играть в эту игру можно бесконечно, нет никаких ограничений, и реклама вам вообще толком не мешает. Друзья, когда вы узнаете, сколько эти очки стоят в рублях, то вы очень приятно удивитесь и поймете, что это одно из самых прибыльных приложений на данный момент. Ну а сейчас давайте я вам расскажу о лайфхаках и тонкостях этой игры, чтобы вы могли за каждый раунд зарабатывать как можно больше очков. Смотрите, после каждого клика кружок всегда прыгает в разные стороны по очереди. Вот жмем старт, он кликает сначала влево, потом вправо, потом влево, потом вправо. И так постоянно по очереди в каждую сторону. Если вы, друзья, это понимаете, то, естественно, играть становится намного легче, потому что вы понимаете, куда сейчас он прыгнет, какая у него будет траектория и так далее. Плюс еще один лайфхак. Если быстро кликать по экрану, то мячик будет прыгать не в разные стороны, а будет прыгать много раз в одну сторону. Сейчас попробую показать. Вот мячик падает, видите, я много раз нажимаю, он прыгает в одну сторону, видите, влево пошел. Потом начинаете нажимать реже, и он начинает прыгать в разные стороны. Также, друзья, не стоит бояться удариться о верх, либо о низ границы этой карты. Вот смотрите, мячик спокойно может прыгать и ударяться об эти поверхности. Видите, и об верх, и об низ. Так что используйте эти поверхности, и тогда они будут спасать вас намного чаще. И казалось бы, такая простая игра, но видите, в ней есть много таких простых лайфхаков, используя которые вы будете за каждую игру получать максимально много очков, и ваш заработок будет максимально быстрым и высоким. И, наверное, многие спросят, может быть, сюда можно установить какой-нибудь автокликер или макрос, чтобы он за вас кликал по экрану и пинал этот мяч, пока вы спите. Наверное, да, как-то установить этот автокликер сюда можно, но честно, я попробовал кучу способов, и у меня так и не получилось его настроить, чтобы мяч стабильно мог прыгать и эта игра игралась. Проблема в том, что вот эти шипы на экране всегда появляются в разных местах, поэтому каждый раз надо этим шариком управлять по-разному, а автокликер, к сожалению, так делать не может. Он то кликнет на рекламу, то кликнет на кнопку назад. А вдруг он вообще потом выйдет в главное меню и нажмет кнопку обнуления. И тогда весь баланс полностью обнулится. Тогда будет вообще не круто. Кстати, кнопка обнуления нужна здесь для вывода, но про это я расскажу чуть позже. Поэтому у меня автокликер установить сюда не получилось. Но если среди вас есть умельцы, которые смогут это сделать, то напишите инструкцию в комментарии, и я тогда по этой инструкции сниму ролик. Но честно говоря, тут и без автокликера можно зашибать бешеные бабки. И давайте я сейчас это все проверю. И как обычно поработаю целый день и узнаем, сколько за это время я заработаю. Итак, сейчас смотрим на часы. У нас 12 часов, понедельник, 18 апреля. Я буду работать сегодня весь день в легком режиме, ну и завтра проснусь и с утра до обеда тоже так же поработаю, чтобы закончить, ну, приблизительно в это же время. Буду вам показывать промежуточные результаты, ну, типа, сколько мне удалось там заработать за первый час, за второй и так далее. Так что сейчас я пойду, лягу в кроватку, включу на ноутбуке ютубчик, буду играть в эту игру и смотреть видосики. Кайф! Ну что, вот ноутбук,
вот лежит телефончик, вот моя самая удобная подушка, и это рабочее место на сегодня. Вообще кайф. Но если вы хотите, друзья, зарабатывать так же, на таком же удобном месте, то смотрите видос до конца, там я расскажу, где это приложение скачать. Ну, все, больше не отвлекайте меня, я пошел работать. Итак, друзья, уже прошел час, сейчас 14:20, я вот тут сижу, залипаю, смешариков смотрю. И смотрите, по итогу за первый час я уже набил 2000 очков. И если я так каждый час буду набивать по 2000, то за сутки я заработаю охренеть какую приличную сумму. Ну что, круто, друзья, в общем, продолжаем, и, наверное, следующие итоги я вам покажу уже завтра. Итак, друзья, уже вторник, 19 число, 14:40. Я все это время работал, ну, особо не напрягаясь, то ютубчик смотрел, то фильмы, то вообще иногда в игры на компе играл. И вот по итогу я уже заработал, друзья, 41 тысячу очков. И давайте узнаем, сколько же это будет в рублях. Курс этих очков всегда меняется. Чтобы его узнать, заходим в телеграм-канал этого приложения, ссылочку на него я оставлю под видео. И здесь нажимаем кнопочку «Смотреть». И вот видно, что сегодня курс этой монетки составляет 200 очков 1 рубль. То есть 41 тысячу монеток мы делим на 200, и получается, что у меня, да ладно, на балансе 205 рублей. Прикиньте, это же охренеть как много. Почему-то я в уме посчитал, думал рублей 150. Блин, ну круто, я просто играл в игрушку и, считайте, поднял 200 рубасов. За неделю сколько у нас получится? 1500, прямо с телефона. Вот это реально кайф, и давайте покажу, как эти деньги выводить. Для вывода денег нам надо записать экран и показать, как мы здесь обнуляем баланс. Для этого включаем запись экрана на телефоне, она у меня здесь включается вот так вот. Все, запись пошла. Нажимаем вот так вот обнуление, обнулить. Все, все обнулилось, и после этого обязательно нажимаем кнопочку назад, чтобы показать, что у нас на балансе 0. Все, видео снято, изи. Теперь идем в тот же самый телеграм-канал этого приложения, и здесь нажимаем вот кнопочку читать, и здесь переходим в личные сообщения к вот этому менеджеру. Нажимаем написать, отправляем видео, которое мы только что сняли, и наши реквизиты. В моем случае это будет Kiwi кошелек, поэтому указываем его. Все, сейчас этот модератор посмотрит наше видео, увидит, что мы все четенько сделали, и отправит деньги. И да, друзья, обязательно отправьте сумму в рублях, вот в моем случае это 205 рублей, а минималка на первый вывод всего лишь 30 рублей, а на все следующие 60, так что будьте внимательны, ну, в общем-то, ждем. Итак, вот спустя буквально 15 минут мне написал этот модер, что заявочка сейчас будет обработана. И вот, друзья, смотрите, только что денежки мне пришли на Kiwi кошелек, ровно 205 рублей. 15:20. Давайте даже на всякий случай страницу обновим. Супер. А также посмотрите подборку приложений, которые платят вам деньги просто за то, что вы спите. На этом все. Ставьте лайк. Пока.